В эфире телеканала «Атамекен Бизнес», программа «Время говорить». Здравствуйте, в студии работает Данил Маскаленко. Обсудим сейчас вопрос внедрения обязательной маркировки наших отечественных товаров для предпринимателей. Конечно, это, с одной стороны, дополнительные затраты, причем речь идет о миллиардах, как отмечает нас палата «Атамекен». Но, с другой стороны, для экономики это очень выгодно, и для потребителя, с одной стороны, тоже выгодно, потому что будет вопрос по контролю снят, контрафакта не будет. Ну, собственно, немало уже было копий сломано вокруг этого вопроса. Спорная тема. Сейчас я приветствую в эфире участников. Бекеш Курмангалиева, генеральный директор Центра развития цифровой экономики «Казахтелеком», здесь подключается по скайпу. Далее Батырбек Аубакиров, председатель правления Ассоциации упаковщиков Казахстана здесь. И Альнур Данишев, менеджер отдела по взаимодействию с государственными органами British American Tobacco. Коллеги, всем здравствуйте, всех приветствую. Здравствуйте. Сегодня, здравствуйте. Да, на этой неделе в правительстве обсуждали этот вопрос внедрения обязательной маркировки, да, со всех сторон вроде. Там, естественно, победные реляции, там речь шла о том, что у нас собираемость налогов повысилась, потому что у нас по шубам уже маркировка есть и так далее. Но процесс, я так понял, идет очень, он болезненный, я бы так сказал, да. Давайте попробуем объяснить для начала, что это за маркировка, да, зачем она нужна вообще в целом. Вот. Ну и как она будет внедряться? Не понесет ли наш бизнес потери? Пожалуйста, если можно, вот госпожа Курмангалиева, с вас начнем. Хорошо, вкратце скажу. Казахстан в рамках интеграционных процессов ЕАЭС ввел обязательную маркировку табака с 1 октября текущего года. Также запущены пилотные проекты по лекарственным средствам, по обуви, по молочной продукции, значит, и алкоголю. Основная цель маркировки и прослеживаемости – это снижение теневого рынка, значит, создание условий для добросовестного бизнеса, повышение качества производимой и ввозимой в страну продукции и, конечно же, это собираемость налогов в виде, значит, и пошлин. Да. Ну, министр Султанов, да, Султан, я просто приведу сразу цифру для телезрителей, чтобы было ясно. Султанов сказал на заседании правительства, что сбор налогов, значит, обязательно маркировка товаров повысила собираемость налогов в 1,5 раза. Вот так вот. Вот такой плюс большой для экономики есть. Да, пожалуйста. Но надо отметить, что не все товары будут маркироваться, угу. Понятно, да, потому что нет целесообразности экономической все маркировать, а наиболее подверженные контрафакту, контрабанде и имеющие большое влияние на здоровье населения. Для маркировки таких товаров был определен единый оператор маркировки и прослеживаемости по конкурсу. Им стало акционерное общество «Казахтелеком» 3 марта текущего года. Далее мы разработали информационную систему, специализированная система, которая оказывает комплекс услуг для производителей, для импортеров, для дистрибьюторов, ну, всей оптово-розничной цепочки, для того, чтобы обеспечивать прослеживаемость. Также нами разработана система, мобильное приложение «Nachtonem». Это бренд наш. Значит, ну, если вы знаете историю маркировки в России, у них есть такой честный знак, да, приложение. Примерно аналогично для потребителей, для того, чтобы можно было увидеть паспорт товара, проверить сертификаты на товар, значит, удостовериться, соответствует ли то, что они приобретают, тому, что декларируется производителем или импортером. Да, если можно, да, я прошу прощения, давайте подключим наших других участников. Вот господин Данишев, менеджер British American Tobacco, у вас 1 октября маркировка заработала, вы сейчас полностью уже, можно сказать, всю продукцию свою маркируете, так? Да, добрый вечер, уважаемые коллеги. Да, с 1 октября мы начали маркировку табачных изделий, а именно сигарет. Нашей компании поддерживается в целом идеология маркировки, направленная на борьбу с контрафактной продукцией и обеспечение прослеживаемости от ввода до вывода из оборота, до полном этапе реализации до конечного потребителя. Затраты. Мы понесли затраты. Это на приобретение оборудования, это порядка 10 миллионов, и также приобретение контрольно-идентификационных знаков. Но в целом мы также отмечаем то, что как участник маркировки, в
В числе положительных эффектов для своей компании мы отмечаем возможность на данном этапе будет обеспечение полной прослеживаемости. Это организовать вам, наверное, да. Вам выгодно, выгодно, потому что контрафакт, все-таки да. У нас есть контрафактный, товар в плане сигарет. У нас есть, у нас таможенники демонстрируют, как они там борются с этим. Для вас это выгодно. То есть каждая пачка будет с уникальной вот такой марочкой, там цифровой код и так далее. Да, я так понимаю, в принципе, для вас 10 миллионов это не деньги, если так сказать, уже откровенно. Это деньги, но мы знали, на что мы идем, и то, что мы потратили во благо, как говорится, в целом, также отмечу, по идеологии. Да, если можно, не все пока определились. Вот мы сейчас говорим о том, что разные категории товаров будут у нас маркироваться. Вот я предлагаю вам мнение послушать Союза молочных, молочников Казахстана, назовем их так. Вот, пожалуйста, второй фрагмент, пожалуйста. Оператором, и в частности в Российской Федерации, является частная фирма. То есть практически вот это введение маркировки – это частный налог на общий бизнес. Ну, даже если оператором со стороны Казахстана будет Казахтелеком, во всяком случае на сегодняшний день это по факту есть так, то для Казахтелекома это бизнес. А для молочной перерабатывающей промышленности, да, я думаю, и у соковиков, и у мясопереработчиков, и у других отраслей это затраты и это нагрузка на бизнес. Да, это вам, что да. Это не налог, это не налог, а это услуга платная, да, она платная, но услуга. Как для государства, для бизнеса и для потребителей. Поэтому ну, любая услуга чего-то стоит. Поэтому для этого и определили частную компанию, поскольку инвестировать нужно немало, а также предоставить инфраструктуру для того, чтобы прослеживать те товары, которые будут маркироваться по всей цепочке, вплоть до розницы, естественно, требуется инфраструктура. Поэтому мы категорически не согласны с тем, что это налог. Какие вы затраты понесете, какие у вас инвестиции будут в этот проект в целом? Ну, я представляю, это маркировка вышла на заводе, допустим, вот сигареты, да, нам сейчас рассказывал представитель завода. И опять же надо, чтобы это все прослеживалось чуть ли не онлайн до кассы, да, я так понимаю? Совершенно верно, да. Это большой инфраструктурный проект и требует хранения, обработки, доступа к большому объему информации, данных. Поэтому, конечно же, мы инвестировали уже и будем постоянно инвестировать в центры обработки данных, в сервера, в телекоммуникационное оборудование, в доступы, в приложения, в систему, значит, в маркетинг, поскольку мы должны в любом случае изучать конъюнктуру рынка, значит, товарные позиции, их экономику, поскольку каждый товар у нас будет вводиться индивидуально. И тариф будет дифференцированный. Надо сейчас, будет рассчитать. Сейчас сколько? Сколько вы получаете с каждого товара? За каждую на марку? На товар 2,68. 2,68, да. Но каждая товарная группа будет формировать свою экономику по маркировке. Естественно, будет дифференцированный тариф. Давайте господина Убакирова подключим, председатель правления Ассоциации упаковщиков Казахстана. Какое у вас отношение к этому большому мегапроекту и технологичному, и который явно затрагивает все бизнес-структуры, бизнес-сообщество, все наше. Что вы думаете по этому поводу? Добрый вечер. Ну, мы к данной ситуации относимся с осторожным оптимизмом. Почему? Потому что маркировка непосредственно соприкасается с упаковкой. В этой связи мы надеемся, что наши производители упаковки гармонично, так сказать, вольются в данную цепочку. Это во-первых. Во-вторых, хотел бы поддержать тезисы Бикеш Кайдаровны о том, что маркировка все-таки несет в себе больше плюсов, нежели минусов. Почему? Потому что, помните, в пандемии были моменты, что некоторые горе-предприниматели умудрялись подделывать лекарственные изделия. Но с введением маркировки, я думаю, таких прецедентов будет практически отсутствовать. И в этой связи, когда вы ставите вопрос, как повлияет данный вопрос, данная маркировка на экономику Казахстана, я бы сказал, что, во-первых, она защитит население от недоброкачественной продукции. Это во-первых. Во-вторых, наши производители упаковки пока еще мало осведомлены. Все-таки это такой глобальный проект, пока он долго еще обсуждался в правительстве, там на разных этапах.
Вот. Но я думаю, мы сейчас начнем серию встреч, будем более уходить в детали, и уже в деталях мы будем разбирать кейсы. Почему? Потому что существует 9 видов упаковок, 5 видов упаковок Казахстан производит. Вот, и мы будем смотреть, как технически это адаптировать, сколько это обойдется, и в итоге сделаем сравнительный анализ, в итоге полезно это или не полезно. Но наши предприниматели очень-очень заинтересованы. Ну давайте послушаем мнение бизнес-сообщества. И еще вот, пожалуйста, Блайм Ирзахметов, председатель правления Нацпалаты предпринимателей «Атамикен». Второй фрагмент поставьте, пожалуйста. В конце хочу отметить предложение бизнеса по маркировке. К слову, для предпринимателей эта процедура очень затратная, поэтому хотелось, чтобы государство оказало поддержку. В данной ситуации необходимы инструменты поддержки и меры стимулирования бизнеса по минимизации затрат на внедрение маркировки. Для введения маркировки бизнес посчитал примерные затраты. Фармацевтики нужны в среднем 13 миллиардов, в обувном секторе 1,6 миллиарда, в молочной отрасли 9,7 миллиардов тенге. Вот когда эти цифры я услышал, я сразу подумал, а не спровоцирует ли это инфляцию? Вот, коллеги, я не знаю, вот давайте вот этот вопрос обсудим. Все-таки это будут затраты предпринимателей. Можно я добавлю? Да, конечно. Гекеш Кайдаровна. Я вот хотела сказать, что как раз мы с Союзом упаковщиков, Ассоциацией упаковщиков подписали меморандум именно для того, чтобы минимизировать затраты производителей и постараться сделать маркировку менее затратным с помощью маркировки нанесения кода на упаковку. Угу. Вот эти эксперименты мы сейчас стартуем, и я думаю, это хорошая новость для господина Кожевникова. Я думаю, что мы сможем вот даже те цифры, которые приводил Аблай Исабекович, их снизить. Угу. Что касается, значит, по помощи государства, сейчас эти все вопросы, поручения все розданы. Значит, межведомственной комиссией руководит Алихан Асханович Смаилов, первый заместитель председателя правительства. И он поручил выработать меры поддержки производителям на оснащение маркировочным оборудованием. Поэтому, я думаю, нагрузку здесь государство разделит с бизнесом. Спасибо. Да, коллеги, какие еще мнения будут? Добавить? То, что да. Я тоже смотрел заседание правительства и тоже смотрел цифры уже, каков эффект оказало внедрение маркировки. Уже на данном этапе мы видели существенные цифры, я точно не помню, это надо перепроверить. Но на самом деле я считаю, что к этому надо процессу подойти очень так детально. И я думаю, мы с Бикеш Кайдаровной сейчас более усилим работу, взаимодействие с нашими производителями. И если они увидят, что это интересно и выгодно, я думаю, многие из них на собственные средства, может быть, при поддержке лизинга, мы начнем докупать эти виды оборудования. И на самом деле это даст нам какую-то возможность, может быть, какие-то объемы по производству упаковки. Ну да, для вас это плюс. Для вас это плюс. Я как потребитель сейчас рассуждаю, главное, чтобы у меня цена не подросла на продовольственные товары, на то же молоко, там, не знаю, колбаса, мясо, там, обувь, что-то. Вот меня это беспокоит, знаете. Но на 3 тенге условно, если подорожает, но при этом вы будете знать, что это 100% оригинал. Вот, да. Парацетамол. Цена вопроса, да. Но я думаю, конечно, я думаю, вы сами выпьете этот парацетамол и ребенку дадите. А если вы будете просто не знать, он будет дешевый, и вы не знаете, откуда его привезли, и как он, где он произвелся, может, с Китая завезли какие-то там, уже переупаковали и привезли вам непонятные какие-то там со сроком годности истекшим, то, извиняюсь, там даже 5 тенге сэкономите, но я думаю, на здоровье вы больше... Ну, логично. Нанесет ущерб. Да, давайте посмотрите, нам пишут телезрители, Павлю, что... Да, пожалуйста. Коллеги, раз по мерам поддержки так сейчас идет, в связи с внедрением цифровой маркировки хотелось бы отметить и попросить также депутатов парламента и правительства рассмотреть возможность отмены бумажной акцизной марки, поскольку ее целесообразность в связи с внедрением цифровой маркировки уже полностью отпадает. Также отмечают то, что внедрение отмена акцизной марки, она полностью как бы не повлияет на бюджет страны. Угу. В свою очередь, данная мера поддержки, она только нашим компаниям поможет сэкономить колоссальные денежные средства. Но по подсчетам это порядка 1,5 миллиарда тенге в год. Понятно. Одно на другое поменять и все, я так понял. Так, что нам пишут телезрители? Смотрите, а что с обычным полосатым штрих-кодом? Чем он не устраивает? Это раз такой вопрос. Еще есть мнение, почему покупателю нужен только маркированный продукт. Это два.
Зачем нужна маркировка бизнесу и производителю? Это три. Давайте попробуем подметить. По штрих-коду давайте. Значит, штрих-код, да. Штрих-код, он как был, так и будет существовать для всех видов товаров, но для определенного перечня товаров штрих-код будет заменяться дата-матриксом для того, чтобы прослеживать каждую индивидуальную упаковку товара. Угу. Если штрих-код нам позволяет просто на кассе считывать наименование продукта этого, то есть идентифицировать группу товаров, да, то есть этот вид товара, то дата-матрикс-код идентифицирует каждую единицу товара. Когда мы хотим проследить, например, каждую бутылку спиртного напитка, где она произведена и где ее потребили, тогда надо использовать Data Matrix, потому что это индивидуальный код товара. Еще я предлагаю вам послушать мнение Союза молочников Казахстана. Пожалуйста, еще, да, он поделился с нами еще одним своим сообщением. Пожалуйста. Молочная продукция, по нашей информации, фальсификаты или контрафактной продукции на рынке, и это показывает даже официальная статистика, на уровне статистической погрешности. Поэтому эта цель и те затраты, которые необходимо будет бизнесу заплатить, они не коррелируются. Мы считаем, что если маркировка и необходима, а в Европе есть три вида продукции, которые подлежат обязательной маркировке. Это табачные изделия, медпрепараты и взрывчатые вещества для населения. То вся остальная продукция подлежит добровольной маркировке или маркировке только по желанию производителя этого вида продукции. Мы сделали предварительные расчеты, сейчас будем делать, или вернее делаем уже углубленные расчеты, которые показывают, что себестоимость продукции с учетом всех затрат на приобретение, установку оборудования, приобретение QR-кодов, обслуживание и так далее, оно составит для молокоперерабатывающих предприятий до 10%. Рост себестоимости продукции может составить до 10%. Поэтому мы считаем, что маркировка, если она будет производиться на территории Казахстана, должна быть добровольной только для тех предприятий, которые работают сегодня на экспорт. В связи с тем, что в России такая маркировка с 2021 года будет обязательной. Вся остальная продукция, она должна подлежать только добровольной маркировке. Как вам такое мнение? Значит, добровольно. Все верно насчет экспорта. Экспорт мы в первую очередь будем маркировать, но мы не согласны с тем, ну, по крайней мере, мы сейчас будем на этапе пилота проводить экономический анализ целесообразности маркировки внутренней продукции. Здесь есть определенные риски, поскольку Россия уже с 20 января 2021 года вводит маркировку молочной продукции, поэтапно, правда, то, естественно, есть определенная угроза того, что некондиционная продукция, которая не сможет реализовываться внутри России, поедет. Она может пойти сюда. Например, мы вот по Беларуси посмотрели, объем экспорта белорусской молочной продукции в Россию почти на 20% превышает все производство молочной продукции Казахстана. Ну, естественно, вот уже министр сельского хозяйства России заявил, что маркировка направлена на защиту внутреннего производителя. Естественно, не весь объем белорусской продукции пойдет на Россию. И я считаю, что это такая действительно реальная угроза для местных производителей. Поэтому, мне кажется, здесь эта мера может быть в том числе для защиты нашего отечественного производителя. Да. Я хотел бы еще добавить. Пожалуйста, минута осталась. Да, да, если все-таки правительство внедряет маркировку, то может быть какие-то элементы, меры поддержки для данных секторов. Тоже молочную промышленность. Может быть, какие-то специальные кредиты. Да? Да, может какие-то кредиты дать вот с пониженной ставкой процента или еще что-нибудь. То есть, ну, я так понимаю, что есть такое, да? Есть такая идея, да, в правительстве? Обсуждалось же что-то вот. И, совершенно верно. Уже даже инструмент определен. Поощрять, кредирование. Субсидирование, значит, стоимости оборудования до 50% от стоимости оборудования и до 83 миллионов тенге. В общем, то тут надо соблюсти баланс. Такой.
Да, то есть не рубить с плеча. Кроме того, я не согласна с господином Кожевниковым насчет 10%. Мы сейчас предварительные расчеты делали. Расчеты не более 1.5% даже на самую дорогую продукцию. Поэтому я думаю, что здесь можно как бы... Я не готова сейчас заявлять точные цифры, потому что впереди предстоит большая работа по анализу. Спасибо большое, коллеги. Я вас благодарю за это интервью. Очень динамично получилось. Я надеюсь, у телезрителей сложилось понимание того, для чего нам это надо. Экономика в плюсе однозначно. Предприниматели, понятно, ищут варианты, как сократить свои расходы и так далее. Но, увы, от этого мы никуда не уйдем, потому что мы в ЕАЭС, а в ЕАЭС маркировка везде. Спасибо за ваше время, за ваши комментарии. Напомню, это была программа «Время говорит». Смотрите нас каждый будний день в одно и то же время в 20:30. Спасибо за внимание.